В Ла-Пасе, где сейчас начнется отборочный матч чемпионата мира по футболу в южноамериканской группе между Боливией и Аргентиной на ваших составах, который возглавил сборную в декабре прошлого года, но при этом слишком мало голов забивает хваленая атака Кандра Чумачера из Стронгеста. И 14 номер. Опять Боливия в атаке. Что же с Аргентиной творится? Рауль Кастро из Хуан Карлос Арсе из Боливара номер 7. 20 номер, атакующий центральный полузащитник Пабло Эскобар из Стронгеста также. И слева под 17 номер Хакин Ботера. Хакин Ботера на его счету. 14 и снова Боливия. В атаке Арсе. Очень было опасно. Замыкал навес Эскобара. Очень и очень было опасно. И здорово. Для гостей, что так все обошлось. Большой, не маленький опыт игры на таких вот полях, в таких условиях не должен Арсе. Состав сборной Аргентины, и он весьма и весьма неожиданный. Очень много изменений по сравнению с матчем против Чили. Говорят, что выигравший состав не меняет. Еще как меняет. Арсе. Именно так рассудил главный тренер сборной Аргентины. Эдгар Бауса. Вот первый выстрел аргентинцев. Многие опустил мяч известных игроков. Корея побежал, пробросил. Итак, Аргентина. Ворота. Я понимаю, что ушел вынужден в том поединке с Серхио Ромеро из Манчестер Юнайтед. Проводит 87-й матч за сборную страны. Центральный защитник Сентена. Флорес очень неплохо подавал с левого фланга. Аргентина в очередной раз отбилась. Отбивается она следующим квартетом. Четыре защитника. Справа Факундо Ронкалье из Сельты под номером 3. Он вышел на замену в матче. Пабло Эскобар, полный тезка. В центре Матео Мусакьо, номер 2 из Вильярреала. Ромеро хорош на выходе, но... Какое у этого Эскобара второе уже после имя? Прострела Чумай... А вот и Боливия открывает счет в матче. Марсело Морено решил попытаться дотянуться до мяча. Арсен! Бегать, и там без шансов было. За счет скорости и проходить. Рядом, ну, давайте посмотрим, играет как был забит обороны. Мяч. Вот Арсе головой. Рамиро Фуньес Мори. Стоя спиной к воротам. Совершенно же неожиданно. Слева. Совершенно неожиданно. Опять в борьбе с Ронкальи. Чили. Красивый Маркос мяч. Роха, сейчас Манчестер вот посмотрел 38-летний Пабло Даниэль Эскобар. Середина поля. Эскобару. Пятый номер. Гвидо Писаро из мексиканского Уану. Марсело Морено 29. Так что опытно. 19 номер. Энвер Банега из Интера Миланского. Я думаю, что он все-таки будет от головы правого защитника боливийцев. Правый полузащитник Энцо Перес Валенсия. Левый полузащитник Анхел Ди Мария из ПСЖ. Ди Мария из этого квартета. Банега только он играл в стартовом составе. Уже минуту переиграли команды, но в Южной Америке не принято под нападающими сегодня играет Анхел Корея из Атлетико Мадрид. Арбитр и на острие атаки под девятым номером у Корея номер 20. И на острие атаки Ди Мария. Номер Лукас Прато. Бил поворотом Ди Мария. Оказался. Вот такой вот совершенно неожиданный Чумачера. Состав. Чумасера номер 3. Зато какова скамейка Кори запасных сегодня. Но получил травму, его заменил под 17 номером. Там и Ловецы есть, и Агуэра есть, и сборной Аргентины. Дибала есть, так что внимание, атаку Карусо можно усилить. Выбивая мяч, попадает ну, в Чумасера. Каждым, конечно, но дальше успевает все-таки поставить корпус и выпустить мяч. Или это выглядит защитник как форменная Буфарини катастрофа, и мне кажется, без... Или защитник Каруцо. Топ нападающих, таких как Агуэра и Дибала. Нет, Игуаина нет. Аргентине боюсь не спасти. А сейчас грубейшую ошибку. Грубую ошибку допускает Игуаин, снова Ронкалье. Получил. Месси дисквалифицирован. Позиционный промах. И не... где-то этим тоже можно объяснить. Не в состоянии помешать этой замены в составе. Пас Флореса замыкает. Ну и плюс. Ронкалье так нежнее поступил. Наверное, тренер учитывал, очень важно. Что смотрим. Боливия снова Боливия в атаке. Боливия это высокогорный. Долго и успешно играл. Еще одна атака Аргентины. Бехарана головой. Здесь, конечно, удачно. Акулья. Усталость.
нужны коса, свежие игроки, которые вытянут удар, чем была Казань, коса, Новикова тоже еще автогир, простых условий. Как можно не попасть, поговорит мальчик, эра закончится не начавшись. Горы, 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 разреженный воздух, все очень и очень непросто играть в таких условиях. Ну и все, заканчиваем мы это аргентинское позорище. 2-0 в пользу такое Бали. Обилие. Я, Андрей Шахов, не прощаюсь с вами, потому что вот-вот переключусь, когда на там предыдущий матч город. В четверг еще. Сантьяго до Чили. И то есть посмотрю вместе с вами еще один южноамериканский футбол. Так что дело прошло, вполне можно было восстановиться, но посмотрите, сколько изменений. В Боливии сегодня из...